Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, з вами авторська програма «Своя колія» з Альбертом Салтиковим, де ми з вами завжди говоримо про головне, про людей, які пишуть власну історію життя. Світ без таких людей не буде таким, яким ми його з вами звикли сприймати, тому що дійсно їхня колія, життя, справи впливають на долю багатьох людей і на долю всієї України. І сьогодні ми будемо приймати в себе в гостях саме така людина. Зустрічайте! Олександр Качний – український політик. З 2010 до 2014 – голова Київської обласної ради, народний депутат України 9-го скликання, член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, має дві вищі освіти – філологічну та фінансову. Філологічну освіту отримав у Миколаївському державному педагогічному інституті, який закінчив у 1990-му. Третьому році, а також фінансову у міжрегіональній академії управління персоналом, яку закінчив у 2001 році. Вітаю вас, пане Олександре. Радий, друже мій дорогий, що ти завітав до мене в студію на програму. Дивлячись канали різні, зранку включаєш, да? Ну, в шоці в такому, що не хочеться навіть казати і щось там дивитися. І кожна людина там, вона має свою думку, її завжди треба поважати і вміти це розуміти. Но як би там не було, от ми від людей якось хочемо, щоб вони навчилися розуміти, поважати один одного, да, якось любити, цінувати. А тут на телеканалах таке твориться, і хто що хоче, той і каже, і хто про кого десь там якось. Я не буду, ми не будемо про політику, про владу. Я не розумію, вона, коли от читаю завжди про людину, біографію візьмеш і бачиш, як людина прожила своє життя. Читаю твою біографію, так одним словом. Твоя трудова діяльність розпочалася якраз в рік незалежності, да, 91-й рік, і ти починав інженер з комплектації. Це саме головне. А все інше – це мілочі, як кажуть. Комплектувати, головне. Оця от професія знадобилась тобі в житті? Чи вона така була перша, якось необдумана, чи ти хотів бути? Як вона? Ти ну, це інтересний був момент. Згадуєш про цю свою першу такі кроки? Знаєте, от, що таке інженер-комплектація? Це снабженець. Ну, да. По-нашому, так, по-простому. Я попав після вуза в відділ матеріально-технічного снабження інженером по комплектації. И вот ты знаешь, Альберт, действительно, не случайно в моей жизни это произошло. Профессия дала свой оттенок на будущее. Я начал ездить по всему тогда еще Советскому Союзу, покупать разные комплектующие для трамвайно-троллейбусного управления, в котором я тогда работал, Миколаев Электротранс, так называется, да. Вот. И понял, что в стране сейчас как раз не хватает, в Украине имеется в виду, как раз не хватает там чего-то для автомобильной промышленности, для чего-то, для какой-то другой отрасли, потому что все разбросано тогда же было по всему Советскому Союзу. И вот я годик поработал инженером и открыл свое частное предприятие, в котором начал заниматься именно вот поставками всевозможной продукции в Украину. Вот так и началась моя трудовая деятельность. Потом начал заниматься рыбным промыслом, ушел в море, вот, побороздил по морям, океанам. Это, конечно, Миколаев же место. И да, это интересная была такая история в моей жизни. Ну и закончил я этот рыбный бизнес уже, или рыбный промысел, экспорт, импорт, промышленная работа в разных предприятиях рыбной отрасли. Закончил тем, что возглавил рыбную отрасль Украины в 2005 году. Что ты ценишь в людях? Знаете, в людях нужно в первую очередь ценить ту силу, которая дается ему в дар от Бога для борьбы со своими слабостями, со своими проблемами, со своими страстями. Когда-то спросили у мудрецов, кого мне считать сильным? Это когда-то Александр Македонский спрашивал
у мудрецов Второго Иерусалимского храма. Я очень люблю эту часть истории, которую написал Флавий, знаменитый историк. Вот. И там один из вопросов: кого мне считать сильным? И они отвечают: сильным ты должен считать того человека, который победил самого себя. Поэтому, знаешь, вот мы начинаем всю свою жизнь, мы боремся с самим собой. Вот тот, кто смог победить в себе слабости свои, страсти свои, какие-то грехи, вот этот человек и вызывает большое уважение. Вот я ценю тех людей, которые... Побороть их до конца невозможно, это вся жизнь на это уходит. Но стараться и бороться с этим, это большого стоит. Ну, нема сенсу з цим боротися, як кажуть. Ну, да, наприклад, от ми такі люди, да, і таких багато. Коли ми починаємо спочатку, і ким ми є на сьогодні, ми так якось заслужили це і здобули своїми руками. А от я теж так інколи згадую таке, що зараз був не ким, а став всім. Як заходиш у нас в різні кабінети, да, там структур владних, ну дивися, одна людина така працьовита і грамотна сидить, така порядна і людська, так як скажу. А інші там 20-30 десь сидять, хтось їх там влаштував, хтось десь попав не якось. Був не ким, а от і керує, і щось там робить, і дає якісь вказівки. Як у нас зараз так все проїсходить? От я от не можу розуміти. Я знаю, скільки людей спочатку йдуть і становляться тим, ким вони є. А зараз все змінилося якось. Чи ми вже в Європу таку йдемо, що вже якось не звертаємо на це уваги? Завжди в історії, коли після революції, всіх тих, хто до цього трудились і були дійсно востребовані для жизни в этой стране, в экономическом, там, в каком-то другом направлении, творческом. Вот. Этих людей всегда иллюстрировали. Это начиная еще 100 лет назад, в 1917-м. И так вот и сейчас это все происходит. Революция поднимает всегда наверх все то, что было до этого на дне. И опускает тех, которые были наверху, вниз. Да, вот такая вот ситуация, она повторяется в истории человечества всегда и будет повторяться и дальше. Поэтому мы сейчас просто переживаем несколько таких революционных процессов в течение там, 15 последних лет. Там, 2004 год, мощнейшая иллюстрация, было уволено более 2000 чиновников, 18 тысяч чиновников было уволено. Вот, которые работали до 2005 года. Чем они были хуже, чем тех, которые пришли, сложно сказать. Сейчас пришла новая власть в 2014 году, уволили всех тех, кто работали до этого. Мало того, еще приняли закон о люстрации, не дали возможности им потом никаким образом работать, с учетом того, что это противоречит вообще Конституции, потому что, вы же понимаете, нужно точечно каждому человеку отдельно подходить, как он трудился, почему он должен быть наказан или не наказан. Вот. Поэтому сложно сейчас в стране, конечно, и ситуация, поэтому мы видим и в экономике, и в гуманитарной политике сложная. Люди беспокоятся, люди не видят завтрашний день, каждый пятый хочет уехать из страны. Вот, поэтому нам нужно как можно быстрее остановить вот этот процесс падения востребованности профессиональных и, главное, реально экономически таких вот, знаете, экономических патриотов, тех людей, которые будут бороться за экономику страны в первую очередь, не заглядывая в рот тех людей, тех западных. Ми це завжди кажемо, щось нічого не виходить в нас. І люди, які вміють працювати, працюють, вони теж працюють і тяжко, і от не бачать того світлого. Ну, ми вже звикли до того, що я маю на увазі люди, да? Звикли до того, що ми самі в усьому винні. А більш ніхто не винен. Від нас все якось хочуть там те, одне. У нас є життя, у нас є країна, яку ми любимо. У нас є Конституція України. Якось, якщо ми не порушимо, ми ж якось повинні бути людьми, а завжди ми в усьому винні. От якось воно, цей кубик Рубік, як кажуть. Ну, розумієте, сказати, що чоловік виноват кожен в тому, що відбувається, практично складно так сказати. Але з іншої сторони, и от каждого из нас что-то зависит, потому что мы прекрасно понимаем, что мы ошибку сделали там условно в 2014 году или там переизбрали, выбрали нового.
это тоже не соответствует нашим чаяниям и надеждам. Значит, будем выбирать следующего. Но нужно подходить просто более серьезно, не на эмоциях, не на муках. Я б сказав би, треба завжди залишатися людиною. Тоже да, це теж не з легких таких справ. Я знаю, що ти був головою Київської обласної адміністрації. Ради. Я не був адміністрацією, я був обран председателем Київського обласного совєту. Так. Відповідальність велика теж була. Це була цікава робота. Ця робота, розумієте, вона дуже відрізняється від виконавчої влади, тому що бути в депутатском корпусе областного совета, это значит, ты работаешь со всей вертикалью от области до района и до села. Это прекрасная Киевщина. Я здесь родился. Я родился в Ржищеве. Это моя родина. И прекрасно знаю этот регион. И мне было интересно работать в этой области. Объездил практически, побывал во всех районах, во всех поселках, городах за этих 15 лет работы в местном самоуправлении Киевщины с 2006 по 2014 год возглавлял местное самоуправление, потом еще работал просто депутатом после революции. Поэтому мне есть что сказать, есть определенные уже наработки. Область эту знаю, знаете, вдоль и поперек объездив, я понимаю ее проблемы, понимаю ее плюсы. И, конечно, этот регион, Киевщина, он как был, так и остается лидирующим по всем направлениям в нашей Украине. Центрально. Я бы сказал, что есть что показать, я скажу, не сказать. Да. Сказать мы можем много. Что, главное, чтобы слушали. И слушали тех людей, которые действительно мають это делать, а не лишь бы там якось десь. Дети как? У меня двое деток. Старшему сыну уже 31 год, дочери 24. Чем занимается? Вот, дочь только сейчас еще закончила второй вуз. А сын занимается производством. Поэтому я их стараюсь держать подальше от политики. Они никаким образом не подтягиваю в эту грязную работу. Болото. Да, я считаю, что каждый должен заниматься тем, чем он должен заниматься. Если уже так получилось, что я стал профессиональным политиком, значит, все члены семьи должны быть подальше от этого процесса. Мое такое мнение. Ну, то, що маємо, то маємо. В мене теж так і є. Якщо я артист, не дай Бог, щоб там діти пішли десь там з такою культурою, з такою естрадою. Як би там не було, кинуті хто як, десь і навіщо, і для чого. І якось воно теж так все є. Ну, будемо про казати про хороше, як кажуть, знаєш, і багато чого є у нас такого, що не хочеться і казати, але ми повинні жити, раз живемо в цьому житті, і повинні завжди залишатися людьми, і робити справу, і цікавитися, йти вперед, і свою роботу давати людям, щоб вони бачили, як треба жити, як треба працювати. Я знаю, ти хорошо поєш, у тебе прекрасні пісні, ти чудесним голосом обладаєш, поэтому да. такой талант, он дається в дар от Бога, поэтому я думаю, що тобі з цим уже не розстатися, тобі потрібно просто... Вже це кіоск можна закрити, налоги заплатити. А тобі потрібно держатися цього таланта і розвивати його. Я знаю, що тебе дуже... любят слушать и воины, и афганцы, и у тебя большой такой хороший есть, ну, ассортимент, ну, как сказать правильно, перечень песен, да? Репертуар. Репертуар, вот. И мне всегда нравилось, когда ты исполняешь песни Высоцкого, это просто у тебя получается уникально. Слава Богу, есть еще такие таланты в нашей стране. Дай Бог, чтобы мы думали, что, как нам краще сделать, ніж думати, что нам їсти сьогодні вечором чи зранку. Да. Що тобі приносить радість? Ой, я, знаете, я вам скажу, что не поверите, но я даже не хочу об этом говорить, потому что не каждый это может понять. Вот, потому что мы совсем, свою думку кажем. Совсем недавно ко мне это пришло, но не так давно. Вот, ты знаешь, когда я кому-то могу помочь,
Я получаю огромную радость от этого. У меня большое, я просто даже раньше не представлял себе, что от этого я буду получать такое удовольствие. Вот знаешь, не хочется об этом говорить, но вот когда какому-то одному человеку ты сможешь сделать что-то хорошее и спасти его там в какой-то ситуации или помочь его в какой-то очень сложной его жизненной трагедии, какой-то проблеме. Вот. Ну, просто на душе становится просто клас. Вообще. Ну, я не дарма спитав, я не здивований відповіддю, тому що я знаю, що тебе, ти як був, так і йдеш, і як би там не було легко, ти йдеш і несеш свою ношу, як кажуть. Тому що в нас же як, коли хата горить, всім приємно. Да. І от я дуже так, коли збираємось десь там за столом, в чужих там компаніях, як кажуть, і люди такі вже поважні встають, і я ж думаю, що ж вони там скажуть, який же тост такий цікавий, да, там, як стандартний. І коли зараз останній час я так багато чую від таких людей, що я б хотів би, щоб вже прийшло то, щоб люди навчилися поважати один одного, цінувати, підтримувати, щоб убрали заздрість якусь, злость яку, навіщо вона якось живе. Ну, живе для людей, які отак не живуть, а виживають, як кажуть. І якщо б життя прожити спочатку, як би ти так само чи змінив би багато? Ні, ну, звісно, я, знаєте, обычно говорят, вот я би нічого не змінив в своїй житті, а я би змінив. Є моменти, які я вважаю, що якщо б я розумів тоді, як Бог управляє цим світом, я би не робив тих помилок, які я робив в молодості. Вот. Потому что, знаете, весь мир наш духовный, он, по сути, управляется духовными правилами, духовными законами. И их нужно знать. Вот. Потому что наша вера православная – это великие знания. Кто умеет и знает, как пользоваться этими знаниями, тот всегда успешен и всегда счастлив. Независимо от своего социального положения. Ну, я скажу, якщо б не було помилок в прошлому, то, може бути, ти не став би такою людиною, як зараз. Може, Согласен. Вона все так і складується в житті. Ми думаємо, що ми, може, не праві, а може, так воно і треба. Може, дай Бог, що так хоч склалося, а не по-іншому. Ну, з друзями я розумію, що це пандемія, війна, таке все якось. Смута така в нашому житті, нема світлого, нічого, якщо сам собі не зробиш це світле. З друзями якось виходить зустрічатися? Обязательно. В баньку? Обязательно. Это то, за что мы не должны забывать ни при каких условиях. Друг – это человек, с которым ты можешь поделиться чем-то сокровенным, послушать. Даже если он просто помолчит и выслушает, или ты помолчишь и выслушаешь своего друга, ты уже сделал большое дело. Вот. А если еще есть возможность порадоваться чему-то вместе – это вообще прекрасно. Поэтому, да, конечно, я люблю баньку, я люблю рыбалку, я люблю природу. Вот. Я не люблю большие шумные компании. Я этого не люблю. Но я люблю узкий, но теплый круг людей, с которыми мы одинаково видим этот мир. Когда мы вместе ментально понимаем, что происходит и на каком уровне мы друг друга можем сейчас поддержать и услышать. Ну да, це головне. Я спитав тому, що бачу багато людей, які стали, ну, дружба, все там набрали колись, там спілкуємось. Коли люди так якось високо здіймаються, якісь посади там, і так зразу якось... Круг моїх близьких друзів – це люди, з якими я дружу більше 20 років. Більше 20. Тоді, коли ще ми були мальчишками, пацанами, потім становились там більш взрослими вже ребятами. Ну, большое счастье, когда в зрелом возрасте ты можешь приобрести еще друга. Да, у меня появилось несколько друзей уже после там, 40-45 лет. Вот, и их всего-то буквально вот раз-два, три, можно так сказать. Но это тоже друзья, с которыми я сейчас близок и
ми розуміємо друг друга, любимо друг друга, як настоящі друзі. Щось цікаве було, там, наприклад, на рибалці, в бані, якісь там казуси такі, чи так все скромно, знаєте, накрили, попарились, розійшлися? Тут особо чого розказувати, значить, можна різні там байки придумувати. От, ну, знаєш, я скажу тобі, як на один із питань, Олександр, от мені як-то спрашував один журналіст, говорить, а є щось в житті таке, чего вы вот можете вспомнить, что вы чего-то боялись, вот есть какой-то страх перед чем-то, да? Я вам хочу сказать, что как-то так повезло мне в жизни, что особого страха никогда не испытывал. Но вот что такое рыбалка в открытом море? Но. Вот это есть моменты, когда ты попадаешь с коллективом, в которых там на корабле, например, находится там 15-19 человек, и вы попадаете в шторм, там, 6-8 баллов. Вот. Это действительно ситуация, и ты заходишь в этот шторм на несколько дней. Был случай, когда отключили, значит, сломался у нас двигатель, мы встали на якорь во время шторма. Представляешь, на якоре, без двигателя, отключили генератор, полная темнота, низги, трое суток. Трое суток. Вот это коллектив должен тогда... Вот тут проявляется плечо. Вот тут проявляется каждый из них. Не дай бог, но... Вот, поэтому вот такой... Я могу, конечно, рассказывать интересные истории, что происходило именно в эти дни, когда ты не можешь пробраться до камбуса, чтобы покушать, потому что волной накрывает корабль. Это вот действительно... непонимание, что произошло. Темнота или накрыла тебя уже, ты уже под там или ты еще здесь. Поэтому вот такие моменты случались. Я считаю, что тут из всего того, что я когда-то переживал, это, наверное, самые страшные такие вот моменты, потому что ты не понимаешь реально, что происходит, от тебя ничего не зависит. Дай бог, чтобы они такие были у нас. А в баньке всегда хорошо, что тут рассказывать. Попарились, хорошо поговорили, роз'їхалися. Багато людей, знаєш, що боїться, зради боїться від не від когось, а від близьких, не дай Бог, щоб воно таке було. А шторми це нормально. Я не боюсь ніяких зрад, тому що це життя. К этому всегда надо быть готовым. Когда меня спрашивают, Олександр Олександрович, это ваш человек, вы за него отвечаете? Я всегда отвечаю просто, так как написано в Библии. Так еще Соломон нас учил. Он говорил, Соломон сказал так: значит, если ты дал за кого-то поручительство, все брось, чем бы ты сейчас ни занимался, и пойди его забери, это поручительство. Почему он так говорит? Потому что всяк человек слаб. И отвечать за человека, у каждого свои слабости, например, там, власть, деньги, женщины, игры, там, карты. Ну, женщины, женщины-то ладно, хай будут. И в этих моментах человек может проявиться, и ты, может тебя подвести. Самый простой пример, который нам дает Господь, это апостол Петр. Он говорит Богу: «Я тебя никогда не предам». Это во время вечерней трапезы. «Я тебя никогда не предам» после слов Бога, что среди вас предатель. Он говорит: «Я тебя никогда не предам». Что ему отвечает Иисус Христос? Он говорит: «Завтра не успеет петух трижды прокричать, как ты от меня... Дважды не успеет прокричать, как ты трижды от меня откажешься». Отречешься. Вот, поэтому это нам пример какой показывается. Что мы не можем отвечать за другого человека... Мы просто должны быть рядом и подставить свое плечо, если ты это можешь сделать. Вот. Ну а говорить, что это мой человек, я за него отвечаю, это, возвращаясь к тому, что в самом начале говорил, наша вера – это великие знания. Если ты будешь правильно пользоваться этими знаниями, ты не будешь попадать в капканы. Поэтому это один из примеров того, о чем ты говоришь. А є сімейні традиції в тебе якісь? Знаете, вот у нас таких каких-то традицій особих то в сім'ї нет. Просто ми завжди збираємося на Пасху і завжди збираємося на Новий год. Це ті два праздника, які ми відмічаємо. Надо обов'язково увидеться со всей сім'єю. Я можу ще общатися со своїми родителями, слава Богу, не живі. Я можу общатися со своїми дітьми, і я вже можу общатися со своїм внуком.
О, ну поэтому, це... знаешь, в одном доме может собраться несколько поколений, и я себя чувствую, как говорится, в серединочке. Самая счастливая людина этого, в цьому колі – це дідусь. Да. Це стандартно. Однозначно. Ну, дай Бог, щоб було таке слово «дідусь», і щоб багато було і внуків, і щоб вони були і здорові. Дай Бог, щоб ми якось в нас вийшло зробити так, щоб було в Україні жити дійсно комфортно, щоб щасливо. Смотрели в завтрашній день з надіждою, з розумінням, що він буде щасливий. І так і буде. Ви знаєте, Україна, я уверен просто, це страна, навіть при всіх тих, ну, знаєте, потугах наших властелинів зробити її нищей, вона все одно не становиться такою. От, знаєте, все одно земля кормить. От я приїжджаю на свою родину, в Ржищів, да? Это городок, который находится на берегу Дніпра. И он всегда кормил, Днепр всегда кормил людей. Всегда была рыба, всегда была возможность эту рыбу продать, что-то купить. То есть, знаете, вот Господь нам дал и леса, и реки, и черноземы, поэтому и море. Поэтому Украина однозначно будет всегда процветающим государством. От зараз у нас, і мені дуже сподобалось, коли одна людина сказала, була в мене в гостях, от якщо б забрати от на 5-10 років слова, мова, віра, там інші такі, що кожен день, кожен по-своєму їх обговорює, да? І таке якось роблять таку якось життя наше, що більш як цим нема чим займатися. От як ви скажете? Ну, от ви правильно підчеркнули. От навіщо це робити? Ілі у нас проблема така є, що заважає нам жити. От знаєте, ці чи запроданці, чи не так балакають, розмовляють, чи вони не той вірить. І у нас все якось не так якось. Ні, у нас все так. Просто іспокон віков существує таке вираження: розділяй і влавствуй. Для того, щоб усилити свою власть, люди ділять. Власть держащая делит свой народ по вот этим признакам. И тогда, сталкивая их на этих темах, можно управлять, легче ими управлять, манипулировать, создавать агрессивную среду, которую можно ею руководить. Этой агрессивной средой наезжать на более слабых, слабых загонять под полки. И вот мы это все и наблюдаем. Вот это же наши свободы. Они нам даны Конституцией. Нам они даны для того, чтобы мы чувствовали себя свободными, счастливыми людьми в этом государстве. И все те, кто начинают ограничивать нас в этом, они делают нас менее счастливыми и делают эту страну более бедной и слабой. Потому что мы сильны именно тем, что у нас многоязычие, что у нас большая культура разных национальностей, разных народов. И это все гарантированная защита каждого из нас, гарантированная Конституцией. Поэтому говорить о том, что делить нужно по языковому принципу, географическому, по религиозному. Это все делал когда-то Адольф Гитлер. Поэтому мы должны для себя понимать, мы государство свободное, мы хотим завтрашний день смотреть с улыбкой. Мы хотим, чтобы у нас не было здесь войны. Значит, нужно убрать все те вопросы, которые нас разделяют. Я думаю, что следующий правитель, который придет в эту страну, он обречен именно идти по этим принципам. Если же он пойдет снова по разделяй властвуй, эта страна, ну, по-прежнему будет в том состоянии, в каком она сейчас находится. Ну да, майбутнє, хоча залежить від нас, но якось воно хтось щось робить не те, як скажи. Чого б хотілося в житті? Это вопрос очень такой большой. Вот. Но я бы хотел, чтобы мы жили в мире. Я бы хотел, чтобы в каждом доме была гарантия того, что он может получить работу, может получить его ребенок освіту,
Я бы хотел, чтобы у нас была прекрасная, хорошая медицина, в которой мы могли бы чувствовать, что в чем приближаемся к старости, будем более защищенными. Конечно, это должно быть социальное государство. Я даю такие оценки и такими категориями сейчас говорю, как человек государственный, как политик. А если говорить как более приземленно, там, условно, как глава семьи, я бы хотел видеть много внуков, много правнуков, дожить до этого времени, когда большая семья будет собираться у меня в доме, и мы сможем красиво и хорошо запеть какую-то хорошую украинскую песню, обязательно чувствовать себя одной большой семьей. Вот, наверное, это большая радость для каждого человека. Ну да, я б сказав би, це так повинно бути, і дай Бог, щоб воно так було. І про політику не хотілося б казати нічого. Якось вона стала, як дивишся канали, сидять і політологи, і експерти. Ну, кому як треба, так і кажуть. І одне і те ж, одне і те ж. От питаються в людей, я бачу, таких запрошують, і ви теж ходите. І от питає ведучий, да, от людину. От не знаю, що я питаю. От головне, щоб якось так її вивести з себе, чи якісь незрозумілі, я скажу, відповіді почути. Нема такого бажання слухати когось, чи дійсно хто людина вже програми, має. Програми йдуть за хайпом. За рейтингами. Нужны обязательно какие-то, как они говорят, жаркое. Нужно жаркое. Обязательно нужно, чтобы кто-то ругался. Кто-то чуть ли драку не какую-то не устроил в студии. Вот тогда да, вот тогда получилось. Вот тогда молодец. Хороший. Молодец, ведущий профессиональный. Правильно устроил сейчас шоу. Якось, вот такая вот у нас сейчас ситуация, конечно. Якось оно не так все. И хочется и с семьей, и с детьми посидеть, и там якусь красивую програму подивитися, якусь навчальну, якусь повчальну, чи фільм якийсь. От все вирубали, от дивіться то, що є. А я сьогодні включив канал інший, хто там недавно, там Петя, Гріша купив його. От, і дивлюсь, і дзвонять туди ж ведучим і кажуть, о, я б повбивав би цих 73%, а я б той. І от це все так, знаєте, людям, щоб вони все чули. Як вона комусь подобається? І я от дивлюсь, я їх розумію. Вони живуть своїм життям, да? Хай вони живуть, хай вони будуть живі, здорові. Ну це ж так ганебно, це ж так, якось неправильно все. Я не знаю, може, у нас така вже таке життя становиться, що ми так вже що хочемо, то й робимо, кажемо. І хтось винен, незважаючи ні на що, йому кажуть, що винен. І він сидить сам і думає, що я такого зробив, що я винен. І все, нема такого людського розуміння, навіть і поваги. А я от моя така думка. От коли на підприємстві, я знаю, на залізниці, от коли був керівник покійний Кірпа, да, там якось було от, в кожному місці. Керівник, він розумів все, що робиться. І він, коли десь робив якісь зауваження там, чи дії робив, то він відповідав за свої вчинки. Зараз воно якось робиться, ну скрізь якось так. Ну це може таке життя, може треба переламати якось. Та ні, все йде від руководства. Ну, безответственность наверху порождает безответственность внизу. Беззаконие порождает более большое беззаконие. Это ж как ком, который нарастает. Поэтому обязательно нужно уделять большое внимание морали, воспитанию детей, правильному воспитанию, не агрессивному. Тому, которое требуется для того, чтобы этот человек вырос добрым, отзывчивым, любил свою родину, готов был отдать свою жизнь не только за своего близкого человека, но и за всех тех, кто в этом нуждается. Это, знаете, это большой воспитательный процесс, который идет от мультфильмов, фильмов, песен и учебников в школе. К сожалению, все это у нас наоборот перевернулось, и мы воспитываем сейчас, есть такое понятие, цифровые аутисты. То есть это дети, которые сидят вот в этих планшетах, дети, которые играют в эти компьютерные игры. Они далеки от морали, далеки от истории,
от истории своего поколения, своих предыдущих поколений. Они не знают и не хотят знать, что было вчера, и особо мало интересуются тем, что будет завтра. Ну, я згоден з цим, но це я теж хотів, щоб у школах таким поколінням легко управляти. Ну, я поэтому ще це запланував. Ну, розділяй, я ще дбав зробити ще нищим народ. Це теж задача така стоїть. І чим бідніше, тим він буде виконувати всі питання, які йому скажуть, там, чи завдання. Більш зависимий, звісно. Да, ну, ми будемо йти своєю колією, які ми були, такими залишимось. І ми завжди, я ціную... Коли ми збираємось, це ну, щастя. Щастя для мене теж таке. Беремо гітару, співаємо різні пісні. Хтось підспівує одну пісню, хтось іншу. Якось воно все виходить так по-доброму, по-справжньому. І я хотів би теж заспівати сьогодні пісню для тебе. А пісню я вибрав Висоцького «Про друга». Шикарна пісня. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и сник, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Ну, десь так. Кожна пісня, вона дає теж силу і такий вогник. І ми цим живемо і пишаємось теж. Я б хотів би, щоб ти побажав, що ти хочеш людям побажати під кінець вже нашого такого ефіру, розмови, доброї, людяної, як кажуть. Знаете, я понимаю, в какой сейчас сложной ситуации находится и сама страна, и люди, которые здесь проживают. Вот для того, чтобы человек себя чувствовал счастливым, он должен иметь надежду на завтрашний день, веру в этот завтрашний день. Поэтому я хочу каждому из нас пожелать, чтобы мы верили и не боялись, знали точно, что все будет в этой стране хорошо, и дети наши будут жить и радоваться, будут иметь возможность учиться, работать, приносить радость и улыбку в свои дома. И, конечно, уюта, уюта в семьях, уюта и добра. Дякую щиро. Ну, підсумовуючи, скажу і дякую вам, пане Олександре. Я вам бажаю вам міцного здоров'я. Щоб завжди ви залишалися таким людиною з великої букви, я називаю. І дякую. Це не просто так, а воно так і виходить, є, і я цим пишаюся, і сім'ї здоров'я міцного, і дітям, і друзям,
і всім, кого ми знаємо. Я дякую всім, хто нас дивиться, і бажаю теж вам міцного здоров'я. Все у нас буде добре. Це ми знаємо, не я один, ми знаємо. І тільки треба залишатися людиною, а підсумовуючи нашу з вами розмову, я хочу сказати дякую і до зустрічі на програмі авторській «Своя колія», де люди мають совість, честь, а слово має силу і правду на телеканалі «Правда тут». До побачення. Дякую щиро.